Мощь из недр Земли проявляется на поверхности непредсказуемо, приводя к колоссальным разрушениям и уничтожая все вокруг. 28 января 2023 года на северо-западе Ирана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Повреждения инфраструктуры были зафиксированы в 70 населенных пунктах, где разрушено от 20 до 50% всех строений. Известно о нескольких погибших. Также сообщается о более 1100 пострадавших, и их число продолжает увеличиваться. Отмечается, что это было третье сильное землетрясение в Иране за последние полгода. Со времени последнего сейсмособытия не прошло и 10 дней. Многие здания, которые получили повреждения при предыдущем землетрясении, в этот раз рухнули. Также местные жители рассказали, что подземные толчки повторялись до 50 раз. Подписывайся на канал, чтобы быть в курсе климатических новостей со всего мира.